Запланировали 236 экологических мероприятий, а получилось в 3 раза больше. На сегодняшний день общество «Газпромдобыча Оренбург» – лидер экологической культуры. На торжественной церемонии в Москве оренбургские газовики были удостоены национальной премии имени Вернадского. Нынче мы участвовали в «Роспромэко-выставка», куда приглашали нас из Совета Федерации. «Газпром» участвовал в этой выставке. В результате, значит, из Совета Федерации было благодарственное письмо нашему губернатору о том, что наша выставка, наша экспозиция была, собственно, самой лучшей. Благодаря своевременному выявлению аварийных ситуаций, общество повысило защищенность и безопасность трубопроводной системы для окружающей среды. Кроме того, газовиками было высажено более 9000 саженцев ели, сосны, липы, тополя, березы и многих других деревьев, а также вывезено более 90 тонн мусора и обустроено 22 родника на территории Оренбургской области. Главная задача – это именно то, чтобы мы берегли природу. Мы сегодня заботились о том, чтобы была гармония между нашим производством и той природной средой, в которой мы находимся, и чтобы животный мир и растительный мир, так сказать, нас радовал, чтобы эта жизнь продолжалась. Более того, в обществе был проведен конкурс фоторабот, посвященный году экологической культуры и 75-летию отрасли фотоохота в Оренбуржье, в котором приняли участие все желающие работники Оренбургского «Газпрома». Лучшие работы были отмечены грамотами и ценными подарками. Когда объявили конкурс, начали искать фотографии, оказывается, очень много чисто случайно сделанных. Просто путешествуешь, либо около дома, на даче, там где-то всегда есть что сфотографировать. Главное подметить вовремя. За минувший год обществом проведено 616 экологических мероприятий, на которые было затрачено почти 17 миллионов рублей. Однако на достигнутом газовики останавливаться не желают и готовы к новым положительным результатам. Иван Берг, Дмитрий Примачик. Наше время.